Всем привет, друзья! С вами канал Аль Пачино. Сегодня в этом видео я буду разыгрывать подарки со следующих 5 видео, которые идут по порядку. Это у нас будут 2 видео про спиннеры, 3 видео 15 крутых и полезных вещей для лета, 4 инструменты из Китая и 5 видео товары для рыбалки. И первым видео у нас будут спиннеры. Был приз спиннер, и нужно было написать, какой у вас любимый герой. Итак, берем ссылочку на видео и ищем счастливчика. Серж Петров. Спиннеры, ну уж очень популярны. Не катит у нас комментарий. Нужно было написать, какой любимый герой. Ищем дальше. Андрей Гаев. Ок, комментарий не катит. Идем дальше. Робин Гуд. Терминатор. Любимый герой Терминатор. Я поздравляю Робин Гуда. И мы сейчас перейдем, посмотрим подписочку и лайк. Подписочка, знаю, есть. Но мы сейчас еще раз убедимся. Подписочка, вижу. Ищем лайк на видео. Лайк есть. Поздравляю Робин Гуда. Пожалуйста, напишите мне под этим видео ваш ВК или напишите мне в ВК. А мы идем дальше. Далее ищем счастливчика со второго видео про спиннеры. Итак, берем ссылочку. Мне повезет. Поехали. Нужно было, кстати, написать комментарий, какой спиннер вы бы себе хотели, и приз был спиннер. Я хочу радугу. Есть такой спиннер радужный, радуга. Комментарий подходит. Подписки я проверить смогу. Понравившееся видео, то есть лайк, не смогу проверить. И ищем следующего победителя. Gold Star, алмазный спиннер. Подходит. Смотрим лайки и подписочку. Подписочка есть. Теперь смотрим лайк. Лайк есть. Поздравляю, Gold Star. Напишите мне, пожалуйста, в ВК мой или впишите свой ВК в комментарии под это видео. Третье видео у нас 15 крутых и полезных вещей для лета. Приз был 100 рублей. Нужно было написать в комментариях любимый курорт, где были или где хотите побывать. Итак, ищем счастливчика и победителя. Карелию хочу. Александр Синьков. Комментарий подходит. Смотрим подписочку и лайк. Подписочка есть. Смотрим теперь лайк. Ищем. Так, а лайка что-то я не вижу. Видео у нас вышло 2 месяца назад. Так, и смотрим. 2-месячной давности и ближе. Лайка нет. Александр Синьков не выигрывает. 100 рублей. Ищем дальше по победителя. Хочу в Турцию сгонять. Виктор Бирюлин. Подходит комментарий. Смотрим подписочку и лайк.
Подписочка есть. Теперь ищем лайк. Лайк есть. Я поздравляю Виктора Бирюлина с выигрышем 100 рублей. Напишите мне, пожалуйста, свой ВК под этим видео в комментариях или напишите мне в ВК. А мы идем дальше. И следующее у нас видео — инструменты из Китая, 20 крутых вещей. Приз был 100 рублей. Нужно было написать в комментариях, какой инструмент пригодится вам из подборки. Смотрим победителя и счастливчика. Splash 911. Очень нужный контент. Много можно заказать, когда будут деньги. Комментарий не подходит. Ищем дальше. Рамиль Ромарио. Да все бы пригодилось со временем. В принципе, комментарий подходит. Если все пригодилось, такой комментарий я принимаю. Смотрим подписочку и лайк. Подписочка есть на канал. Смотрим, ищем лайк. Напомню, у нас такая превьюшечка должна быть. Лайк есть. Мы его только что видели. Искать не буду опять. Рамиль Ромарио, поздравляю вас, вы выиграли 100 рублей. Напишите мне, пожалуйста, свой ВК под этим видео или свяжитесь со мной сами. И последнее видео — товары для рыбалки, 20 крутых товаров из Китая. Приз был набор поплавков, и нужно было написать в комментариях, какую самую большую рыбу вы ловили или какую рыбу любите есть. Берем нашу ссылочку, ищем победителя и счастливчика. Лещ. 2 килограмма 650 грамм. Жареный карась. Подходит Андрей Журавский. Смотрим подписочку на канал и лайк. Напоминаю, приз был набор поплавков. Подписочка на канал есть. Ищем лайк. Превьюшечка у нас была вот такая рыбеха. Я вам напоминаю. Ищем. Лайк есть. Я поздравляю Андрея Журавского, вы выиграли набор поплавков. Пожалуйста, со мной свяжитесь в ВК или напишите свой ВК в комментариях под этим видео. Я вам благодарю за то, что вы участвуете. Участвуйте еще, всем повезет. Каждый, я уверен, сможет что-то для себя выиграть. И вы увидите далее на канале много чего интересного и новенького. Всем будет интересно, я всех приглашаю на мой канал смотреть мои видео. Всем спасибо, что заходите, что меня смотрите. Всем пока!